Она освобождала Запад, он сдерживал врага на Востоке. Война развела супругов Захаровых по разным фронтам. Но даже за тысячи километров они держали связь друг с другом. Об истории любви в военное время Никита Нехорошков. Вот эта коробка, ребята, с наградами, фотографиями и документами моих родителей. В этих фотографиях и орденах память об уникальной истории любви, рассказывает дочь фронтовиков Лидия Алексеевна. Родители женщины выросли в одной деревне. В 1940-м Алексей ушел в армию, пообещав Анне вернуться через 3 года и жениться. Но началась война. Мама служила на Западном фронте, а папа на Востоке. Война разбросала Алексея и Анну Захаровых на тысячи километров друг от друга. Его часть перекинули в Амурскую флотилию охранять восточные границы. Она в 1943-м отправилась на Западный фронт и стала зенитчицей. Под Ульяновском защищала мосты и железнодорожные станции. Каждый снаряд по 8 килограммов, она говорила. Положишь, говорит, на одну руку 2 снаряда, на другую руку 2 снаряда. Зимой спали. Ну, где придется, окопы, землянки. В 45-м флотилия Алексея сдерживала войска Японии, а дивизия Анны в это время освобождала Польшу. Но даже находясь на расстоянии почти 8000 километров, возлюбленные не теряли связь до конца войны. Они переписывались во время войны, переписывались, не теряли друг друга. И вот в 45-м году она, когда вернулась осенью в деревню, зимой отцу дали отпуск. И они в 45-м в декабре поженились. После свадьбы супруги еще 3 года служили в армии, после чего семья Захаровых переехала на Урал, обосновалась в Первоуральске. Супруги прожили вместе полвека и воспитали 3 детей. 9 мая в их доме всегда главный праздник. Песни пели, потому что у нас все любили петь. Песни пели. Ну вот говорю, и мама, когда начинала вспоминать, плакала. Плакала. Про историю супругов Захаровых неоднократно писали в газетах. Все статьи их дочь Лидия Алексеевна бережно хранит, чтобы вместе с фотографиями и орденами передать правнукам историю любви фронтовиков. Никита Нехорошков и Александр Захаров. Новости Первоуральск.